Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской церкви в Оксфорде. Мы продолжаем серию программ «Христианские основы». Мы уже поговорили о том, что мы не только спасены, прощены, имеем вечную жизнь, но Христос является основанием не только нашего вечного спасения, но и жизни на земле. Христос — это основание, и выбор за нами, строить ли свою жизнь на этом основании, или же жить по-старому, как нам диктует наша душа. Если мы живем так, как диктует наша душа, то это называется мертвыми делами, и это совсем не от Бога. Мы можем жить по-старому или ходить в новизне духа, а именно жить с верой и упованием на Христа. В прошлый раз мы начали говорить о победе над грехом. Я знаю, что есть много проповедей о победе над проблемой и победе над обстоятельствами. Но самая важная победа, которую нам нужно одержать, это победа над грехом. Через грех Адама мы не только стали виновными и оказались в состоянии греха, потому что мы в Адаме, а также мы унаследовали от него греховную природу. Спасибо, Адам. Эта греховная природа находится в нашем теле. Мы унаследовали ее через рождение, через Адама, потому что мы не отдельно взятый человек, а представитель человеческого рода под главенством Адама. И от Адама нам досталась и греховная природа. Именно она заставляет нас грешить. Иисус пришел, чтобы спасти нас от греха. Да, и от ада тоже. Но ад — это последствия греха. Спасены мы в первую очередь именно от греха. Грех по своей природе — это желание быть независимыми от Бога и жить так, как хочется нашей душе. Это называется гордость, где в центре своей жизни находится «я». Праведность Христа начинается с того, что я подчиняю свою жизнь Богу и живу так, как Он велит мне. Итак, мы говорим о том, что Христос — наше основание, и о том, как строить нашу жизнь на этом основании. Мы делаем это через Его Слово и Его Дух. Конечно же, нам нужно наполнить сердца Его Словом, потому что Он дает нам силы для новой жизни. Слово — это не просто перечень законов, которые мы стараемся соблюдать своими силами. Нам нужно полагаться на Дух Божий внутри нас, чтобы исполнять это Слово. Все начинается с двух. Основополагающих доктрин или стартовых точек для строительства нашей жизни на основании Христа. Это вера в Бога и отвращение от мертвых дел. Это означает, что нам нужно покаяться в старом образе жизни, а в уповании только на себя и на свои силы, и начать жить с верой, считая Бога источником нашей жизни, любви, мудрости и праведности. Теперь Он — ваше основание. Когда вы принимаете Христа, Он становится вашим основанием. Вам нужно встать на это основание, и не только ради вашего спасения и вечности, но если Он — ваше основание, то Он — источник вашей жизни и вашей мудрости. Вам не нужно полагаться только на свои мысли. Теперь вы можете положиться на мудрость самого Христа. Это и есть вера. И это восхитительно, потому что вам нужно отпустить контроль. А вы больше не руководитель своей жизни. Вам нужно довериться Христу, в вас, чтобы через Него жить так, как хочет Он. А вот что такое настоящая жизнь во Христе. Итак, покаяние в мертвых делах и вера в Бога являются основополагающими. Если вы будете придерживаться их, то будете жить в свободе от греха. Греховная природа остается в нашем теле. Когда вы родились свыше, изменился ваш дух, но не ваше тело. Греховная природа никуда не делась. Если вы будете идти на поводу плоти, то сразу попадете под влияние греховной природы. Так вы будете рабом греха, но вы не обязаны жить так, потому что Христос дал вам новое рождение. Когда вы приняли Христа, ваш дух переродился, то есть родился заново. И жизнь воскресения, которая победила грех, вошла в ваш дух. Теперь в вас живет Дух Святой. И когда вы обращаетесь к Нему, как к источнику жизни, ходите в Духе, и живете по духу, то вы будете автоматически побеждать грех, потому что сила духа куда больше, чем сила греховной природы.
В этом и ключ. Не в телесных усилиях, а в том, чтобы подчинить свои сердца Духу, потому что Дух побуждает вас исполнять волю Божию. А вот как вы можете победить греховную природу в вашей жизни и ходить в победе. Это очень важная тема, но говорят о ней не так часто. Поэтому я хочу обсудить важный отрывок Писания, который говорит об этом, а именно послание к римлянам, главы с 5 по 8. Мы рассмотрим этот отрывок, чтобы ознакомиться с тем, что написал Павел. Так мы узнаем, как жить, угождая Богу. Раньше мы жили, руководствуясь греховной природой или душой, в которой царствовала греховная природа. А сейчас Бог установил в нас свою базу, если можно так сказать. Теперь в нас живет Христос, и нам нужно научиться жить, обращаясь от мертвых дел и повинуясь Христу. Это принесет прекрасные плоды в нашу жизнь. Об этом сказано в послании к римлянам, 5 главе. Но пусть Писание говорит само за себя, и, надеюсь, этот отрывок по-новому откроется вам сегодня. Как только вы одержите победу над грехом, то победа над обстоятельствами покажется вам довольно легкой, потому что победа над грехом дает вам власть в жизни. Сейчас мы как раз и перейдем к 5 главе послания к римлянам. Там Павел описывает, как он вышел из-под рабства греха и вошел в свободу духа. Описание этого процесса заканчивается в 8 главе. Итак, в Адаме мы были в рабстве у греховной природы. Павел, как еврей, жил под законом, но он понял, что закон не помогает им, потому что его плоть слаба. Он пытался исполнять закон своими силами и осознал, что в итоге он оказался в еще большем рабстве у греховной природы, потому что он делал все лишь усилиями своей души. Павел говорит, что Бог поместил нас во Христе. И теперь мы стоим на праведном основании. Во Христе мы праведны, и для нас нет никакого осуждения. А через новое рождение мы имеем доступ к Святому Духу. Павел выяснил, когда мы живем и подчиняемся Божьей благодати, то можем ходить в победе, прежде всего, над грехом. И тут мы видим, как он научился жить под благодатью. Это был совершенно новый образ жизни. Давайте обратим внимание на то, что в Адаме мы оказались под властью смерти. Но если мы принимаем Божий дар праведности, то получаем доступ к Божьей благодати. В результате мы будем царствовать в жизни. Итак, начнем мы с послания к римлянам 5 главы 17 стиха. Чтобы заложить верное основание. Тут описана правовая предпосылка. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного, всем человеком осуждения, так и праведностью одного, праведной жизнью, принесенной в жертву на кресте, всем человеком оправдание к жизни». Оправдание. То есть, как только вы стали праведными перед Богом, вы имеете доступ к Божьей жизни. Она уже вошла в ваш дух, но теперь она действует и в вашей душе, и даже в вашем теле. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Праведными мы становимся двумя способами. Через вмененную праведность Христа, а также через праведность Христа, переданную вашему Духу, а потом из вашего Духа захватывает всю вашу жизнь. Затем сказано «закон же»,
пришел после, и таким образом умножилось преступление. Иными словами, Бог открыл свой закон, но это лишь увеличило грех. Чем больше вы пытаетесь соблюдать закон своими силами, тем больше вы попадаете под власть греховной природы. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Божие лекарство сильнее, чем проблема греха. Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Царствование греховной природы приводит к смерти, но ответ Бога — это Его благодать, это Его операционная мощь, проистекающая из нашего духа. Теперь будет царствовать благодать, но через праведность. То есть вам нужно основание праведности. Оно даст вам доступ к благодати, которая даст вам царствовать в жизни над греховной природой и над обстоятельствами. А сейчас мы перейдем к шестой главе. Здесь он разбирается с недопониманием о том, что каким-то образом наш грех способствует Божьей благодати. Конечно же, Павел имел в виду совсем не это. Если я больше грешу, то это означает, что Бог все более и более милостив ко мне. Может быть так? Нет, конечно же, это полнейшая глупость. Это путаница между милостью и благодатью. Ну а сейчас я хотел бы, чтобы мы с вами рассмотрели начало шестой главы. Итак, что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Милость — это когда Бог прощает вам ваши грехи. А благодать — это Божья сила в вас, помогающая вам ходить в свободе от греха. Благодати нужно подчиниться. Сказано, что мы находимся под благодатью. Бог дал благодать. Но вам нужно подчиниться ей, чтобы она начала действовать через вас. А если вы подчиняетесь природе греха, то вы автоматически выходите из-под благодати. Поэтому глупо считать, что чем больше я грешу, тем больше у меня Божьей благодати. Никак, сказано в Библии. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Это непростой вопрос. Если мы честны с собой, то знаем, что мы не умерли для греха, то есть мое тело не умерло для греха. Мой разум не умер для греха, и меня все еще искушают различные грехи. Так в каком же смысле я умер для греха? Речь идет о нашем духе. Дальше он это объяснит. Наш дух, настоящий вы, умер для греха. Иными словами, греховная природа больше не имеет власти над вашим духом. Ваш старый дух или ваш ветхий человек умер во Христе, и теперь вы — новый человек, совершенный, безгрешный, который не реагирует на грех. То есть Павел говорит, что вам нужно понять для себя, кто вы, с кем или с чем вы отождествляете себя. Вы рожденный свыше, перерожденный дух, вы новое творение. Настоящий вы умер для греха. И когда вы живете на основании того, кто вы на самом деле, вы понимаете, что грех уже не имеет власти над вами. Но если вы живете по плоти, то увидите, что грех все еще имеет власть над вами. То есть все дело в том, как вы живете, что является основанием ваших действий. И в третьем стихе Павел объясняет это. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Теперь он говорит о крещении во Христа. Это доктрина, которая гласит, когда вы приняли Христа своим Господом, вы были взяты из Адама и крещены во Христа. Как только вы были перемещены во Иисуса, то все, что Он сделал для вас на кресте, было применено к вам. Слава
Слава Богу! Именно тогда вы и родились свыше. И тут Павел описывает, что с вами произошло, когда вы родились свыше. Вы крестились в Его смерть. Крещение обозначает полное отождествление. Христос, как глава и представитель человеческого рода, умер, и вы присоединились к Нему в Его смерти. Он умер, и вы вместе с Ним. Он был погребен, и вы вместе с Ним. А когда Он воскрес, вы воскресли с Ним. Все это происходило в вашем духе, в вашем внутреннем человеке, а это настоящий вы. Итак, когда вы крестились во Христа, вы крестились в Его смерть. Он взял вас в свою смерть, чтобы положить конец вашему старому духовному человеку. Слава Богу! Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Иными словами, через единение со Христом, которое произошло в момент рождения свыше, ваш ветхий человек умер со Христом, вы были погребены со Христом, а затем ваш дух воскрес со Христом. А это означает, что ваш дух состоит из силы воскресения Иисуса Христа, которая автоматически побеждает грех. Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Это ключевой стих, который, как ни прискорбно, многие проповедники понимают неверно. Они считают, что ветхий человек и тело греховное — это одно и то же. Но это не так. Ветхий человек — это ваш старый духовный человек, а тело греховное — это греховная природа, обитающая в вашем теле. Иными словами, ваш ветхий человек был распят со Христом, а тело греховное все еще присутствует. Фраза «упразднено было» переведена не идеально. Лучше было бы сказать «было нейтрализовано». Это не означает, что оно прекратило свое существование, оно лишь было нейтрализовано, то есть его власть над вами была разрушена. Теперь у вас новый дух, и поэтому тело греховное или греховная природа больше не имеет власти над вами. Ваш дух, настоящий вы, воскрес и стал выше этой природы. То есть здесь сказано, что греховная природа все еще есть, но она больше не властвует над вами. Поэтому мы не должны быть больше рабами греха. Итак, хотя греховная природа никуда не делась, мы уже не рабы греха, потому что теперь мы новое творение во Христе. Ибо умерший, наш старый духовный человек, освободился от греха. Теперь ваш дух свободен от греховной природы. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Христос взял грех на Себя, а потом одержал над Ним победу. Вот в чем сила Его жизни воскресения. Когда Бог воскресил Его из мертвых, Он имел полную победу над грехом, и смерть больше не имела власти над ним. И ту же самую жизнь воскресения Христа вы имеете внутри себя, в своем духе. Вот почему в 11 стихе Павел пишет, «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха». Это бухгалтерский термин. Если на вашем счету 20 тысяч фунтов, то вы можете на них рассчитывать. Так, вы можете рассчитывать на то, что вы мертвы для греха. Так вы почитаете себя мертвыми для греха. Ваш дух на самом деле умер для греха. Внутри вас есть уверенное подтверждение, поэтому просто живите из Духа, и тогда вы увидите, что это реальность. Так вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. То есть ваш возрожденный Дух жив для Бога. Он соединен с Божьей благодатью и Божьей жизнью. Живя Духом, вы поймете, что это реальность. И тогда не царствует
грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Почему ваше тело названо смертным? Потому что в нем осталась греховная природа. Она никуда не делась, но теперь вы не обязаны слушаться ее. Раньше у вас не было выбора, и так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. То есть греховная природа через похоть заставляет вас повиноваться ей. Но вы не должны так жить, потому что вы открыли для себя новый образ жизни. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. А вы представляете себя Богу, себя, то есть тело, а члены вашего тела как инструменты для выполнения воли Божьей. Иными словами, чтобы жить в реальности всего этого, вам нужно подчинить себя Богу и отдать свое тело Богу как живую жертву. Раньше ваше тело всецело подчинялось греховной природе, но сейчас вы не обязаны этого делать, а вы можете подчиниться Источнику, Главе, и Он даст вам все необходимое, чтобы жить в победе над грехом. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Это восхитительно. Раньше вы были под законом, так раньше жил Павел, и так живут многие христиане. Когда вы живете руководствуясь душой, вы живете под законом. То есть у вас есть набор правил, по которым вы живете. Это могут быть вполне христианские правила, но вы все же живете под законом, потому что пытаетесь придерживаться этих правил своими силами. Но Библия говорит, что в Новом Завете вы под благодатью. Это означает, что Бог вложил свои законы в ваши сердца, и Он помогает вам придерживаться этих законов силой своей благодати. Следовательно, теперь не вы управляете собой, а находитесь под благодатью. То есть подчиняетесь Божьей благодати в вас и силе Духа в вас. Это положение, которое вы получили. Вы находитесь под благодатью, но вы все еще можете выбрать греховную природу и подчиняться ей. И когда вы будете жить под благодатью, то увидите, что греховная природа больше не имеет власти над вами. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Опять же, это полное непонимание того, что такое благодать. Ее часто путают с милостью. Милость — это когда Бог прощает вам грехи. Когда вы под благодатью, вы не будете грешить. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Иными словами, хотя мы, христиане, юридически находимся под благодатью, на практике мы имеем выбор. Каждую минуту мы выбираем жить под благодатью и подчиняться ей, или же подчиняться и быть рабами греховной природы. Чему мы отдаем себя, того рабами мы и становимся. Кстати, вы не можете быть полностью свободным, вы либо раб Бога, либо греховной природы. Хотя Бог юридически дал вам возможность жить под благодатью, выбор все равно за вами. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Бог сделал всю работу за вас. Он освободил вас от греховной природы. Теперь ваш дух свободен, но вам нужно стать рабом праведности. Праведность проистекает из вашего духа в виде любви. Вам нужно подчиниться ей и позволить ей управлять вашей жизнью. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Простите, если вам не нравятся слова о рабстве, но я вынужден выражаться именно так, чтобы вы все поняли из-за слабости вашей плоти. Пока вы думаете, что можете сделать это своими силами, вы будете снова и снова терпеть неудачу. Вам нужно осознать, что вы не можете полагаться на себя, потому что вы действуете как раб греха. А вместо этого подчинитесь Богу как раб праведности, и вы познаете радость и свободу. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, на дела святые.
Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь. Потому что конец их — смерть. А вы хотите и дальше жить так, как раньше, в постоянных неудачах и смерти? Что в этом хорошего? Почему бы не попробовать новый образ жизни? Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец — жизнь вечная. Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Это выбор, который стоит перед каждым из нас. Есть два образа жизни. Раньше у вас не было выбора, вы были рабом греха, и у вас повсюду была смерть. Но сейчас Бог освободил ваш дух от греховной природы, и теперь вы имеете возможность подчинить Богу свою душу и тело и стать рабом Бога. Тогда вы начнете приносить прекрасные плоды — любовь, радость, мир, а также вас ждет вечная жизнь и великие награды на небе. Или же вы можете выбрать старый образ жизни и жить своими силами, тогда вместо жизни вас ожидает смерть. Очевидно, какой образ жизни лучше? Но вам нужно поверить в то, что Бог предоставил вам твердое основание, и внутри вас есть жизнь Христова. Дух Святой живет в вас. Попросите Духа Святого помочь вам. Обращайтесь к Нему как к источнику жизни и силы, и вы увидите, как Он начнет обеспечивать вас мудростью, миром, любовью и всем, что вам нужно. Чем больше вы будете это делать, тем проще вам будет, но этому нужно учиться, и тогда вы преуспеете. Мы приглашаем вас на наши воскресные собрания, которые проходят в 11:00 и 18:00 по адресу, который вы видите на экране. Приходите!